Бодрого понедельника, командиры! Впереди рабочий день, и потому сразу переходим к делу. Итак, в продажу поступил подарочный набор World of Warships, в который входит коврик для мыши, значок, двухсторонний постер А2 и еще много. Много интересного сделанного, конечно же, в стилистике World of Warships. Среди игровых ништяков в наборе есть купонный эсминец 5 уровня Камикадзе, систершип известного всем нагибатора Миникадзе. Будет ли он гнуть также? Вопрос для тех, кто уже играл на нем. Для всех остальных совет – поторопитесь. Кораблик можно будет получить только до конца года и только внутри данного набора. Тему подарков продолжает не очень свежая, но весьма интересная новость о том, что компания «Звезда», занимающаяся выпуском моделей, кораблей, самолетов, танков и тому подобного, запускает совместную акцию вместе с World of Warships. Теперь вы сможете сами, собственными руками собрать корабли из нашей любимой игры и наслаждаться ими не только на мониторе, но и в реальности. Также обещались прилагаться плюшки, какие точно пока не уточняется. Ну и напоследок пару слов по польскому премиумному эсминцу «Блискавица». НДА частично сняли, и стримов, и видео по нему будет с каждым днем теперь все больше и больше. Однако ж, если коротко, эсминец мог в ГК, прям как Киев, но при этом он не так усердно жарит противников. Взамен на нем есть хорошие торпеды, которые идут достаточно далеко, но медленно. В любом случае, этого хватает, чтобы лишний раз не подставлять себя, ведь маскировка вполне себе неплохая. Специфичный агрегат, как и любой другой эсминец. За какие такие заслуги его будут вручать, пока под вопросом. Точной информации по этому поводу не поступало. Из свежего можно отметить лишь только то, что разработчики уже призадумываются над возможностью продавать его в РУ-регионе. А вы знаете что-нибудь по этому поводу? Делитесь инфой в комментариях, будет интересно. На этом все, будем закругляться. Удачной рабочей недели вам, до связи, командиры! Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.